Я тебя подвел, Майкл. Надо было раньше решить все проблемы с Лукой. Ты меня не подводил, ты же не знал. Мы близки к цели благодаря тебе, Линк. Ты вернул меня домой. Ты вернул меня домой. Его стабилизировали, Майкл. Больше нам ничего не сделать. Тебе надо уходить отсюда. Может, еще какой мудростью поделишься? Типа, отцовский совет. Что делать с таким отцом, как... как ты? Знаешь... Слушай, тебя тоже эта кровь напрягает? Да, да. Да, я. Скофилд сказал, что она спасет меня. Нас обоих. Надо только доставить ее ему. Теперь я понял... зачем? Понял, о чем он писал. Это он писал? Собственноручно ты познаешь славу своего питомства. Это потомство, мальчик мой. Потомство. И мир наш станет навеки справедлив. Я подумал, это что-то религиозное. Типа все мы дети Господни, но теперь понял. Речь идет о моем потомстве. О тебе. Что за славная вещь? Хоть и знать не знаю, что с ней делать. Не ты один